Шей, полковник Монро нам все рассказал. Сэр, вы дурак. Но спасибо. Мастер Кормак, простите, что тревожу. Знаю, вы только пришли в себя. Нет, нет. Я и сам устал лежать в постели. Тогда могу я попросить вас выручить моего друга? Он нашел преступников, изобретших странное оружие. Смотрите, пули громкие и яркие, как шутихи. Можем мы поговорить наедине? Его зовут Кристофер Гист. И, боюсь, он попал в беду. Как бы эти бандиты не вздернули его. Я не позволю им забрать еще одну жизнь. Я рад. Злодеи окопали в старом форте Арсенал. У меня срочные дела в Олбани. Пусть мастер Гист найдет меня там. Дорогуша, в старом форте кого-то вешают. Эти мерзавцы, та же банда, что досаждала Финнигана. Кристофер Гист, я Шей Кормак. Полковник прислал. Молодцом, Шей. Выгнал собак из их будки. Ну, я как раз подыскивал жилище. Не торопись жить, юнец. Враг может прятаться на судне. О, их посудина вон там. Морриган? Что она тут делает? Это мой корабль. Простите, но
Я должен попытаться вернуть его. Стой! Вряд ли ты управишься один. Тогда помогите. Будь осторожен, Шей. Злодеи повсюду. Прикидываются обычными горожанами. Эти напали на семью, которая выходила меня. Хорошие люди. Так и есть. Знаете их? Барри и Кэссиди Финниган. Лично нет, но знал их сына. Не зевай. Эти мерзавцы хитры. Лучше бы нам их выманить. У меня есть кое-что получше. Что ж, вижу, с этим делом ты с легкостью справишься и без меня. Сделаем так. Я найду новую команду для твоего корабля. А вдруг придется уходить? Now.
Хороший корабль. Как и обещал, команда подобрана. Лишь одно место пока не занято. Скажи, у тебя помощник есть? Нету. И давно. Что ж, тогда буду старпомом. Добро пожаловать. Разрешите обратиться. Могу предложить следующий пункт. Полковник ждет от меня вестей. Я думал о том же. Монро сказал, что будет в Олбани. Прекрасно! А вы в добром здравии? Да, благодаря капитану. Отличный корабль, мастер Кормак. Благодарю, полковник. Мастер Гист, что вы узнали о заговорщиках и их оружии? Они скрываются во французском форте, что ниже по реке. Слишком близко, не так ли? Раз они расположились на нашей территории, скорее всего, планируют напасть. Я боюсь за Нью-Йорк. Присоединитесь к нам, мастер Кормак. Да. Погибло слишком много невинных. Знаете, стоит подлатать корабль. Нет, он и так хорош. Но всегда можно сделать его лучше. А тут неподалеку есть один французский аванпост. Прекрасная мысль.
Что привело туда французов? Просто заняли территорию? Свободу! Это в первую очередь экономическое вмешательство. Враги колонии поддерживают преступников. Хотят подорвать доверие к местным властям. Слышал, они крадут припасы, а потом продают их в 10 раз дороже. Ну да, слабого всяк обидеть норовит. Полковник, вы с Гистом, похоже, полны надежд. Тут вода такая, или виски? Зачем вы так, мастер Корман? Шей скептически настроен в отношении таких, как вы. Понимаю, но не стоит. Отдать я всего лишь хочу, чтобы здесь было безопасно и хорошо. C'est intolérable! Attends là! Je crois que je peux. Yeah.
I think the French may have a stronger arm. Я думал, богачи всегда пекутся лишь о выгоде. Я не богач, мастер Кормак. Деньги для меня лишь средства, а не сама цель. Ну ладно. Думаю, пора закрыть. За бортом добыча, сэр! Нагитовы! Не вой, б! У тебя есть то, что мне очень. Валяй! Thank you.
Lourd ou pas, il faut déplacer ça, les gars. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce crétin ? À la garde ! Attention ! Давай пустим эти материалы на вооружение Моррика. Нам нужно больше мощных пушек. Этот форт содрогнется, когда подойдет Морриган. У штурвала капитан! Корабль в отличной форме, мастер Кормак. Долго им не продержаться. Пусть уж сопротивляются, иначе какой интерес? Не рвитесь в битву, мастер Гист. Их в нашей жизни будет... Кстати, если захватить командующего, французы сдадутся. Как? Кто подправит товар? Начать все равно стоит с их укреплений. Иначе они уйдут в глухую оборону. Там груз корабля, сэр! Огонь! 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 Огонь!
Риф парселяй! Прекрасно! Теперь за командиром! Охотник? Шей, как давно я вас не видел. Выполняли особое задание? Да, от Ахиллеса. Как интересно. Я тоже. Охотник, не вынуждайте меня делать это! Можно просто уйти. Да. Сообщу братству, что вы живы. Это бой насмерть, Шей. Охотник, не вынуждайте меня делать это! Кто это? Убивать? Я думал, это ваше ремесло. Можно просто уйти. Да, но тогда я сообщу братству, что вы живы. Это бой насмерть, Шей. Вы всегда были мастером, Шей. Вы тоже. Скажите, что вы делали на материке? Особое оружие. Ядовитый газ, чтобы отравить власти колонии. Я всего лишь посыльный. Поэтому я посылаю вас к праотцам. Thank you.
охотник был прав. Я не мог поступить иначе. Если ассасины узнают, что я жив, они придут за мной.